головы чуть-чуть подняли бы, одни шапки. Типично. Если раньше были кружки юных натуралистов, какие-то мероприятия при зоопарках, засадах, то сейчас, в принципе, молодые специалисты, которые выбрали свой жизненный путь, связанный с охраной природы, они разобщены. И нужны некие площадки, где бы они между собой общались. И мы посчитали возможным создать для них такие условия и вознаградить их труд.